А в Актюбинской области выпал град и резко похолодало. В регионе объявили штормовое предупреждение в связи со снижением температуры воздуха до минус 3 градусов. О каком антициклоне говорят синоптики и чего ждать от погоды казахстанцам на эти выходные, расскажет Эльмира Ержанова. Вот такой у нас град. Крупный град удивил жителей Алгинского района Актюбинской области. Причиной синоптики называют антициклон. По их словам, в ближайшие 3 дня в области сохранится неустойчивая погода. Дожди с заморозками будут сменяться 30-градусной жарой и наоборот. Составлено штормовое предупреждение по резкому изменению погоды, именно по осадкам, что дождь переходит в снег, по грозе, по граду, по ветру и по заморозкам. Это было связано с циклоном, то есть с прохождением атмосферных фронтов. Впрочем, похолодание коснется практически всей территории республики. По данным метеорологов, влияние северного циклона принесет дожди, переходящие в снег, грозы, град и шквалистый ветер. Сильные дожди, дождь и снег прогнозируются 25-27 мая в северных, 25-26 мая в центральных, юго-восточных, 26 мая в восточных регионах, сильный дождь в северо-западных регионах страны. В свою очередь, обширный антициклон из районов Скандинавии сохранит ясную погоду на западе Казахстана. Надвигающиеся холодные воздушные массы послужат причиной заморозков в ночные и утренние часы до 3 градусов. Впрочем, как поется в известной песне, у природы нет плохой погоды, поэтому нужно запастись зонтами и хорошим настроением на предстоящие выходные дни. Эльмира Ержанова, Азамат Купегенов, Информбюро, Актобе.